Здравствуйте, девчонки и мальчишки! Я рада вас приветствовать в нашей волшебной мастерской. Сегодня мы с вами будем изготавливать вот такую красивую бабочку. Посмотрите, какая она у нас красивая, интересная, цветущая. Для этого нам понадобится с вами два круга из фетра. Один диаметром 13 сантиметров, 9 сантиметров, две прищепочки и пушистая проволочка и глаза. Итак, приступим к работе. Берем наш большой круг, складываем его гармошечкой. Линии изгиба мы проглаживаем с вами пальцами. Вот так вот, не спеша, красиво мы выполняем. Вот такая у нас с вами получилась гармошка. Мы берем прищепку, зафиксируем нашу поделку. Отложим в сторону. Берем второй круг, поменьше диаметр. Тоже так же складываем гармошкой. Каждый изгиб проглаживаем с вами пальцами. Осторожно, вот так, не спеша. Посмотрите, какая у нас получилась гармошка. Мы ее тоже фиксируем прищепкой. Итак, у нас с вами получилось две вот такие заготовочки. Теперь мы их должны соединить. Убираем одну прищепку, вторую. И закрепляем ее нашей махровой проволочкой. Посмотрите, вот так вот. Берем осторожно, закручиваем. Раз. Чтобы наши крылья с вами не распались. Вот так. Посмотрите, какие у нашей бабочки получились усики. Мы берем их сверху немножечко. Вот так вот закручиваем. Одну сторону. Также мы закручиваем вторую сторону. Усы у нас могут получиться один побольше, другой поменьше. Поправляем нашей бабочке крылья. Нашей бабочке не хватает еще глаз. Берем наши глаза и приклеиваем нашей бабочке глазки. Один глаз приклеиваем. Вот сюда на наши усы. Берем с вами второй глаз приклеиваем. Делаем это не спеша, не торопимся. Так. Ребята, посмотрите, какая у нас с вами получилась красивая бабочка. Я надеюсь, что у вас получится еще лучше. Я буду вас ждать на следующем занятии. Пока-пока!